Тем временем в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом Департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области задержали двух мужчин 86 и 75 годов рождения, подозреваемых в сбытии и хранении героина. В районе Ворошиловка города Шымкент полицейские задержали 31-летнего подозреваемого в сбытии наркотиков, в доме которого при обыске обнаружили 4 полиэтиленовых пакета с содержимым похожего на героин. В том же доме стражи порядка задержали второго подозреваемого, у которого в кармане обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с наркотическим веществом. Согласно судебно-криминалистической экспертизе, изъятые вещества являются наркотическим средством героина общим весом около 8 грамм. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан, незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. И 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан, незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта. Подозреваемые арестованы, проводится досудебное расследование.